Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем проходить Doom VR. Так, и мы в преисподней, дамы и господа. Да, и теперь я не могу иногда прыгать, потому что я включил прыжок. Он есть в игре, он срабатывает, когда вы просто одновременно двумя руками делаете вверх. Вот. И в бою меня, это, честно, я так понимаю, сильно выручало. Но я об этом узнал под конец игры. Так что, ну, под конец хотя бы попрыгаем. Вот, а еще у меня какие-то после обновления ОБС, обновления квеста и обновления... Блин, я теперь когда жестикулирую руками, я сильно часто буду прыгать, мне кажется. Вот, надо жестикулировать одной. Вот, обновление ОБС, квеста, Oculus программы для ПК. Начались какие-то очень странные проблемы. Я ничего не менял ни в настройке никаких приложений, ни в настройках записи, ни игр, ничего. Но в какой-то момент... Еще не какой-то, вот пару часов назад, когда я зашел и хотел начать записывать, все, когда запускаешь запись на ОБС, все начинает лагать. Ну как лагать? Вот когда я так вот банально вокруг себя двигаю пушками, они немножко так дергаются, все дергается. И это очень странно, печально и неудобно. Я думал, что-то с игрой. Вот недавно был прикол с Резиком, что он перестал запускаться из одной программы. Но нет, как оказалось, когда включал запись на рабочем столе, там видно мои руки, VR-ные такие, в Oculus, и они тоже так же дергались. И мне пришлось менять видео, способ видеокодирования в ОБС и убирать как бы видеокодирование через видюху и делать видеокодирование через ROTS. Я надеюсь, качество видео от этого не пострадает и останется плюс-минус таким же, вот, но по-другому я это обойти не смог, так что давайте двигаться дальше. Пора зачистить преисподнюю, ублюдки! Вы чё? О! Слышите, так, один мне. Получай. На. Да, как тут. Ага, как демон. Лови. Лови. Опа. Получай. Интересно, я так далеко вообще могу прыгнуть? Не, ну не сильно. Тут лучше. Таким прыжком не перемещаться между большими расстояниями. Так, ну давайте. А, блин, у них один и тот же тип боеприпасов. Надо было базуку, наверное, брать. Ладно, давайте пока. Так. На втором дробовик будет. А, вот как раз и боеприпасы к ней, отлично. Так, стоп, а еще карта? Карта. Карта! Мы кого-то... Да. Хорошо, что я вовремя включу карту. Малыш, иди сюда, мы тебя здесь не оставим. Так. Так, а теперь... Так, сзади мы ничего не продупили, пропустили. Так. Короче, мы нашли один секрет из двух. И... Еще здесь прокачка оружия. Хорошо, двинули. Ребята, что у вас происходит? Так. А вот эта херня взрывается, да. Я так и понял, думаю, что здесь рвануло. Смотрите, о, ревенантик. Я не туда, куда я делал рывок. Совсем не туда, куда я хотел. Вау! Так классно можно убегать, кстати. Мне это прям понравилось. Так, ревенант, сука. Иди сюда. Я хочу тебя с дробовика вынести. Падла. Ладно. На. А тебя мы еще и разорвем нахер. Чудиво. Ох, ты ж, блядь, ты глянь какой. Давай, давай. Что-то происходит в это время, я не знаю что. Так, что я выберу? Наверное, вот это. Так. Там у нас кто? Этот? Я уже забыл, как его зовут. А кто меня здесь лазером обрабатывал? Ты утырок. Чучело, иди сюда. На. Воу! Воу!
Ты чё, Манкубус, охерел? Я хочу полюбоваться вашей преисподней, а вы мне тут атакуете с двух сторон. У вас тут атмосферно, в принципе-то. Так, слышишь ты? Чувырла. Ай, кислота! Так. Лови, братишка. Тебя попадает или не попадает, я не могу понять. А, ты все уже? Вот даже. Будете знать, как со мной связываться, ублюдки. Так, карта. Мы ничего не прошляпиваем. Нет. Ладно. Броня сзади осталась, ну ладно. Так, я подумал, я взял патроны, да? А не, какие-то ракетки взял. Ладно. О, пинки. Это все сверху. Ох, бля. Пошли нахер. Ублюдки. На, тварь, на! Что ты скажешь на это? А, ничего уже, тебе хана. Иди отсюда. На, крыса. А! Ух, ё, я, блядь, я выстрелил этот. То, что не надо было выстреливать. БФГ, снаряд. Так, слышишь? Как он пузатый идет и серьезный очень. Слышь ты, я сказал, пошел нахер. Отвяньте, ублюдки. Я понимаю, что я, конечно, в преисподней на вашей территории, но вы меня затрахали. Так, здесь у нас. Да, наверное, был расчет, что я тут буду бегать по арене, все это собирать, как-то с вами драться, использовать четырехкратный урон, который я не помню в бою по итогу, блять, хоть раз использовал за это прохождение или нет. Я все нахожу уже после, я, блядь, с краю арены где-то сражаюсь. Так, по патронам все печально. Ладно, давайте бумстик еще попробуем. Я его как-то не оценил. Так. А чё, куда? Типа... Не, ну четырёхкратку я пока не хочу брать, просто по той причине, что... У-у-у! А вдруг тут еще какие-то бои будут? Я лучше за ней как-то подвернусь, если будет возможность. Так, а это чисто, ну, захилы. А, мне туда? Так это, не лежите там, а то когда... А, это с двух сторон просто открывать. Скелеты огромные. Так, тынь-тынь-тынь. Так. А, это типа усиление показывают на карте, но это я понял. Вряд ли я, короче, я сюда вернусь, я так понимаю. Ну. Стоп, а где? Я не могу понять, откуда я пришел. А, вот. Я думаю, что за... Тебя, видать, твои сородичи не взлюбили. Так. Давайте-ка я быстро вернусь за броней, потому что что-то как-то это... Ну, чё вы, чё, блин, серьезно, я не могу? Нет? Ладно, будем действовать крайне быстро. Вот так. Что-то мы по броне поиздержались все же. Так. Так. Ну, я взял бы этот четырехкратный урон, если бы его можно было потом активировать. Ну, а так, считается он секретом, не считается, сомневаюсь.
Так, добрый день. Подождите, а что я вообще с этим хожу? Давайте шестистволку у меня. Вот на вторую же бумстик. Показать. Кстати, вот еще один лежит. Ну, сука. Шел нахер от меня. Козел. Так, Манкубус, а тебя я, знаешь... Ну, не буду с этого же разбирать. На, тварь. Вот так вот. О, разрыв шаблона пройден, окей, классно. Круто, наверное. О, ребята, пошел ты нахер, козел, блядь. Так, а ну-ка. Знаешь что, гнида, надо ж мне хоть для кого-то его использовать. Быстрей, быстрей, быстрей. Сволочь! На, тварь! У меня ракеты кончились, это поздно осознал, что он в руках уже дробовик. Я его поменял, а нет, он у меня просто оказался в руках. Так, эти ребята сдохли. Бронюсик пинки сожрались, сволочи. Так, ну хоть использовочек я, кратный урончик. Отлично оставляю. Так. Вроде бы ничего не прошляпил. Я так и не знаю, как на гранаты переключить. Это для меня, конечно, вопрос. Вообще это функция предусмотрена. Ты чё, блядь, скоты? Перегрев, 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 перегрев. Тварь, сдохни. Еще кто-то что-то хочет? Это там, где мы и были только что, да? Алло. Ребята. Совсем уже ошалели. Неуязвимо сейчас у меня. Так, подожди. Есть? Получай, тварь. Получай. Ты сволочь. Грёбаная тварь. На. Еще кто-то что-то хочет? Не? Разобрались с этими грёбаными баронами ада. Бароны ада вроде или херов твой. Так. Ракеты всего 3 осталось. Ну ладно, как-то живем пока. Так, а ну-ка. А, гляньте, а все мы не улучшим. Или я пропустил где-то одну. Вот она лучше, не знаю. Ладно, давайте. Улучшим гаусс-пушку нашу. Что это теперь? Что она может теперь? Ну, покажите. Ладно, пока не будем ее тратить. А чего стрелять? Ладно, давайте пока так. Так,
броня, патроны, все, что можно, собираются. Давайте, это как раз галски. Так, ну вроде бы все. Почему на автомат-пулемет нет патронов? Что-то додали. Так, алло. Извините, а что? Так, секунду. Видите, пулемет. Где я? Что происходит? Так, я вижу ублюдков. Вот, турелька мне нравится, прямо, если честно. Ты ж ты, Ирод. А ну-ка. Ой-ё. Это, конечно, мощно. Да подождите. Мне так раз сейчас и надо. Пошёл нахер, блядь, козёл. И тебя туда же, мразь. А ну сюда, блядь. Дело, я здесь. Так, патроны, 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 патроны. Чуйло. Получи немножечко. Так. Сейчас будет. Ой, ёп. Должит мне его ненадолго. Ёп. Вашу мать. Привет, чудила! Видимо, нет. Да! Чмошник! Да! ППГ, как тебе, майор? Подожди, 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 что ты там, ты летать начал? Блин, чокнулся. А! Ой, бля! Чмоты конченая. О! Было подпрыгнуть, сука. Да ты сдохнешь или нет, а? Или ты уже сдох? Фу, блядь. А ублюдок был здоровый. Так. Ну, патроны вроде бы мы собрали, собрали. Фух. Кибер, мать его, демон. Так, так, так. Сейчас, сейчас. Мы из него что-то добытаем. Что, базука была? Это эти... Аккумулятора хватит, чтобы перегрузить системы. Так, вот мы и прошли адский уровень. Правда, мы не нашли второй секрет. Так, жертвы четырехкратного урона, убить три демона, используя усиление четырехкратного урона. Не получилось. Так, фарш из демона, убить два демона телефрагом. Не получилось. Ну и ладно. Убейте Манкубуса телефрагом. Это получилось. Секрет не нашли, к сожалению. Ну, продолжить. Аргент-аккумулятор создаст мощный выброс энергии, которого должно хватить, чтобы закрыть этот портал. Так. Мы опять не у себя на базе. А, не, мы у себя на базе, да? Стоп. Карта, а можно как-то, блядь? Вот тут, да. Не мне прям в лицо открываться. Так, мы здесь. Ага, забрать чувачка. Это база наша или не база? Не понимаю. О, база. Кажется, одно улучшение оружия, а не на оружие мы улучшим все же. И два секрета еще каких-то. Один из них сразу будет справа, по правой стороне. Игрушка наша. Наши игрушечные космодесантники. Мы вас никого здесь не бросим. Так.
Так. Где ты? Я тебя почему-то не вижу, если что. Десантник ты мой, милый. А, вот он ты. Иди сюда. Всю коллекцию. Собери всю коллекцию, что-то один из двух. Что это значит? Один из двух, типа, у меня еще одного осталось собрать, и будет вся коллекция. Ну, прикольно. Так. Патроны. Мысли. Патроны все, 180 макс, серьезно? Ладно. Так, последнее улучшение. Подменное ружье. Все. Вот там оглушающую волну будем делать. Еще ружьишко нашего плазменного. Так, ну мы на минуточку одолели кибердемона. Это прям вообще зачет. Так, какие-то еще. Но патроны все еще дается, как будто это еще не конец. Что-то еще нас ждет. Так, батарею вставили. Перегружаем аргент-реактор. Доберитесь до вершины. Пульт управления потоком находится на самом верху. Окей, куда мне? В любую из дверей, я понял. Ты ж ты, щенок, блядь. Ну давай. Куда ты, блядь, собрался? Вы, ребята, немного не угадали, блядь. Не, ну, подождите, подождите, таких как ты у меня вот это будет. Ой, блядь, да не в того! Так, блядь, опять! Ааа, я все, ведь, вон, сука, ловлю, иди! Так, там кто-то еще спешит на помощь. Чего, блядь? Грёбаная. На, тварь. Я не мелочусь, а суки. На. О. Вы чё, блядь? Всем подурели. Еще кто-то что-то хочет, блядь. Вроде бы нет. Так, так. Мы собираем лут. Так, нам типа вниз показывает, да? Типа, да, там где-то нет. Ага, вон. А вон еще хлопчик есть, да. Нам типа на верхотуру надо вот туда. Я понял. Так, 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 так. А я так не запрыгну. Так. Понял. Так. Так, так. Вроде никаких патронов я больше не вижу. Так, надо собрать все ресурсы, что доступны. Мне надо как-то вверх. А, ну изначально мне надо в любую из дверей пройти, я понял. Лифт, наверное, да. А, вон, блин, еще были патроны, ну ладно. Хера себе агрегатик. Блин, две руки поднимаю, прыгаю непроизвольно. Ребят, а вы тут кто? Ой, Толян. Я на вас боезапас серьезный тратить не собираюсь. Так,
Полечиться не надо. Можно, да? Давай. Хорошо, полечились. А. Туда. А! Что, блядь? Что? А? Типа меня дамажить начинает, если я сюда наступаю. Ладно, понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Так, это... Второй лифт. Так. А, тут выше еще. Ублюдки, я готов к встрече с кем угодно. У меня даже еще один ПФГ есть. Ну? Так, я понял. Я понял. На, тварь, блядь, ты че? На, блядь. Вы чё, вы с кем связались, блядь? Знаете, уже под конец игры ваша ультражестокость уже, блядь, не внушает, ребят. Ну, блядь. Всё, патронов нет. Понял. Вот так. Ребята, блядь. Вы меня там, блядь, задрочить решили своим присутствием, блядь, здесь, а? Так. Там, где ты? Тварь, сдохни просто. Так, знаете что? Вот и так. Здесь как-то вот так. Ты ваша, блядь. Отдыхай. Блядские пинки. Да, блядь. Ха! Так, живем, живем, живем. На, блядь, гнида. О, так, живем, живем, живем. Пока живем. Теперь переключаемся на вот это. Блять. А не, патроны не кончились, он просто перегрелся. Все. Суки. Рут и прут. Так, мне надо вот та панель, как я понимаю, но сначала мы удаемся, потому что полностью прут и прут. Так, мне понятно, звук. Мне как бывает на секунду звук пропадает, но запись. Запись идет, все пишет. Вроде бы да. Вроде бы все хорошо у нас. Так. Лутаемся. О, БФГшка. Я, кстати, вообще был про БФГшку. Вечно я
Хорошо. Где я? Ясно? Так. А что, ничего нету больше? Блять, был он... А, ну это у меня здоровье, ладно, его типа и сейчас можно взять. Да, все, у меня теперь 200 хп. Это типа я нашел секрет, не? Не, вроде. Так. Так, вот здесь лут я собрал. Давайте дело делать. Ну. Там. Не могу, сейчас пулеметом я не могу, типа, делать ничего. Походу, как будто так. Ага. Ой-ё. Шоколада как-то, ребят. Так, надо что-то горыть все. Ага. Так, стоп. Где-то там еще чуть выше должен быть наш игрушечный дружок. А уже ниже. А уже ниже. Как так-то? Вон он! Руку! Я иду! Нет! Э! О! Он здесь! Возле! Капитан Америка! Я вас не брошу! Так! Бери свою коллекцию, испытание пройдено. Это тут испытание было, типа, найти обоих. Ладно, я понял. Ну, короче, какие-то приколы с активными вещами происходят. А как-то... Не? Я как-то... Могу? На этом. О! Так. Ты паскуда, блядь! Перегрелась пушка, конечно, но я всех урыл. Я так и думал, что и тут будут. Падлы, блядь. Так, давайте. Все? Надо заглянь, блядь. Лезут они, лезут. Сдохни. А, призовой выстрел 3 из 8. Я не понял, что это значит, но ладно. И это испытание, но насрать. Так. Что у меня есть? Так, ну скорострела только это. Поэтому придется стрелять из этого. Так. Ага, вон куда. Я думаю, я добрался вроде куда надо, а нет, вон никуда. Так, карта. Короче, там вверху меня ждет, походу, какая-то арена, где будет бойня. Ой, бля. Здесь вообще как-то печальненько, если честно. Я как-то это чересчур выпрыгнул, мне кажется. Что же делать надо? Я типа, ага, это типа, ёп, вашу маму, если честно. Пол гребаный. Локшот, бей 30 снарядов.
Пошел нахер, блядь, козел гребаный. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Шо, сука? Ах, блядь! Сука, лянь, ты предугадал, урод, блядь. На, тварь, блядь. Опа. Паскуда. Сука, куда ты побежал, блядь? Так, ты последний, кто остался, блядь, из магикан. На! Падаль. Пошел нахер, блядь. Пошел нахер. Так. Ну шо, сука, иди сюда. Так, а что мне делать? Надо прыгнуть за... Ну что, друзья, вот мы и завершили прохождение Doom VR. Это было круто, драйвово и довольно мясисто. Вот, в принципе, для игры 16-го года, по-моему, 16-м вышел, я не помню. Или 18-м. Здесь все довольно прикольно. Мало, коротко, но круто и прикольно. Тогда, в принципе, в том году, того года игры, они все были довольно коротковатые, потому что первые... попытки переносить наши любимые AAA проектики в VR, но, как по мне, ребята из ID Software справились вполне достойно. В VR мы пережили классный, крутой, динамический опыт. Конечно, все не так прям, как хотелось бы, но для первого опыта переноса Doom в VR это, по-моему, очень круто. Вот, надеюсь, разработчики не разочаровались в своем VR творении и будут в дальнейшем радовать нас VR-адаптациями частей Doom, и надеюсь, что тот же Doom Dark Ages, который анонсировали не так давно, будет поддерживать возможность игры в VR, и это будет по-настоящему круто, если это будет так. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение так же, как и мне. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, если есть какие-то вопросы или просто желание пообщаться, я обязательно постараюсь вам ответить. Жду вас в своих следующих видео, в своих следующих прохождениях. А сейчас всем удачи, всем пока!